Всем привет, ребята! Достаточно давно у меня была тематика, связанная с солнечными электростанциями, то есть называлось видео «Как построить домашнюю солнечную электростанцию», типа того. Но потом эта тема заглохла, потому что я столкнулся с такой почти непреодолимой вещью, но сейчас это все поправилось, и я могу продолжить снимать видео на эту тему, и достаточно, думаю, это вам интересно будет. Напомню, у меня на даче нет совершенно света, то есть не подключено, даже потом подстанция не подключена там к дачным участкам, к корпоративу, кооперативу. И, ну, нету света. Все равно вечером приезжаем, где шашлыки пожарить, где в бане помыться, и свет нужен. Поэтому я принял решение продолжить эту тему и все-таки сделать дачную мини-электростанцию, даже не мини, а обычную нормальную электростанцию, чтобы свет у меня был, то есть давала энергию на свет. У меня две 12-вольтовые лампочки есть, чтобы у меня мог работать небольшой 12-вольтовый телевизор, чтобы я мог подключить ноутбук для подзарядки хотя бы какого-то определенного количества времени в сутках, то есть не все время заряжался, определенное количество времени, и там телефон подзарядить, радио включить, ну, что-то такое. Ну и почему, в принципе, я начал продолжать, а сейчас я вам объясню. Тогда с Китая я заказывал вот такую панельку, мне показалось, что это супер-мега панель, но проблема в том, то ли она пришла битая, то есть, или такая она и есть, или китайцы меня обманули, но она не выдавала заявленных характеристик, которые были указаны на AliExpress. Ссылочка, если что, в описании, можете посмотреть, но не думаю, не советую покупать в Китае. А почему, объясню. И вот когда пришла мысль продолжить снимать видео, то есть я думал, закажу таких вот панелек, штучек так 5, соберу из них большую, нормальную панель, и уже можно с которой снимать энергию. Но потом посидел, подумал, посчитал, я понял, что это того не стоит. Почему не стоит? Потому что я залез на сайт новосибирского не производителя, а поставщика, грубо говоря, солнечных панелей в сборе, вот такие большие в сборе панели, и купил себе 100-ваттную панельку. Она тоже китайская, но уже прям готовая к употреблению. Подпаивай все проводочки и пользуйся. Сейчас вы можете посмотреть на картинке, на фотографии, как она у меня одиноко стоит. Я еще ее не паял, потому что это собираюсь делать вот буквально на выходных и уже начать монтаж, и подключать все, и записывать, и показывать вам. Так что вот такая вот она достаточно большая, не тяжелая, примерно 10 килограмм. И достаточно удобно в эксплуатации, то есть снять, поставить, убрать, прибрать. В принципе, не такая громоздкая. И одной такой 100-ваттной панели пока, я думаю, мне хватит. Если будет мало энергии, которую будет выдавать эта панель, то можно купить вторую такую же, и энергии будет вот столько. Характеристики, которые выдает панелька, ссылочка у меня на продавца в описании. Продавец продает, то есть вот этот магазин продает фактически в Новосибирске, но у него есть доставка. Доставка по, фактически по всей России. Мне в Томск пришли буквально за сутки. То есть я оплатил, перевел денежки на карточку. Оплата, можете договориться, все там есть, все хорошо, все быстро, по-человечески, приятно. И меня не вызвало ни совершенно никаких проблем. Так что вот купил я вот такую солнечную большую панель и буду строить. Помимо панели и вот такого вот контроллера, в принципе, контроллер вот этот самый простой, мне едут достаточно интересные, хорошие контроллеры заряда. Если у меня получится собрать, нормально все будет работать, хорошо отдавать энергию, заряжаться, то обязательно сделаю обзорчик и покажу новых контроллеров, которые ко мне приедут. Но теперь только ждите, когда вот это все соберу на таком контроллере. Ну и помимо контроллера панели, вам нужен аккумулятор. Я буду использовать обыкновенный автомобильный аккумулятор, который у меня остался, точнее, я сейчас купил новый аккумулятор, у меня старенький остался, он уже немного потрепанный, но тем не менее он заряжается и отдает энергию, и для моей домашней электростанции, точнее, не домашней, а дачной, его будет выше крыши. На период ночи для подсветки, для работы устройств, я думаю, его более чем хватит. Если же он и будет не хватать, то уже тогда подумаю о покупке нового аккумулятора.
Так что вот такие вот дела. Буду закупать проводку, буду прокладывать. Сейчас выходные большие будут. Надеюсь, успею сделать свою электростанцию в течение недели. Ну, крайний срок 2 недели максимум. Протяну провод, найду место, где я смогу поставить солнечную панель, подвешу лампочки, поставлю телевизор, все это подключу, подпаяю, разведу. И тогда уже можно будет провести небольшой тест, показать результаты и вообще сказать, можно ли, нужно ли, и вообще реально ли солнечная электростанция в нашем сибирском регионе. Живу я в Томске, как многие говорят, здесь солнца мало, заряда будет недостаточно, но почему бы не попробовать, тем более, ну, не так это дорого стоит, если у вас совсем нету электричества, а хотелось бы хотя бы свет и хотя бы небольшой телевизор для новостей, то я думаю, более чем хватит. Конечно, если вы задумаете подключить там холодильник, морозильную камеру или там большую плазму, которая точно не 12 вольт тянет, то тут уже нужно подумать, нужно ли вам это совершенно или не нужно. Как мне предложил мой родственник на моей даче, говорит, купи лучше электрогенератор, дизель-генератор, и там тебе этого хватит. Но я считаю, что это, во-первых, дорого, очень шумно, и, ну, это того не стоит. Тут проще, можно саму панель взять быстренько в машину и поехал. Аккумулятор сильно никому не нужен, лезть в домик за него. Проводка тоже, лампочки выкрутить. Ну и куда они 12-вольтовые лампочки эти будут потом свать. Так что я считаю, что солнечная электростанция — это перспектива, солнечная энергетика у нас. И все равно, то почему бы не попробовать. Так что с вами был Сергей. Ждите, смотрите результатов. Будут обзорчики, будут решения, будут подсчеты. Пока.